бедные поисковики, которым приходится выполнять наши ублюдские запросы. Это так ужасно, так тяжело приходится терпеть и не понимать, что хочет от тебя этот мешок, правильно, с костями. Благо еще и искусственный интеллект не осознает этого, но я думаю, скоро ему будет мерзко это все выполнять. И я тоже решил. Я забыл, как называется эта хрень, и поэтому пытался примерно описать то, что хочу найти, а именно баба в раковине. И полистав первые, пропустив первые парочку страниц, где порнуха и чувак жарит тёлку на кухне, а потом она в раковину падает и прочее, я наконец нашел то, что хотел найти. И вот что я искал. Рождение Венеры, блять. Вот. Вот это я хотел. Баба есть? Есть. Раковина есть? Конечно. Я вообще, не верьте Википедии и прочим статьям, я думаю, все было так. Приходит чувак и говорит... Вообще, посмотрите, что это такое, что... Да? Приходит чувак и говорит... Слушай, короче, художник? Он такой, да, я художник. Ну вот. В общем, у меня сегодня сон был. Слышь, нарисуй мне бабу, вот, в раковине, а сверху там мужик еще на нее, ну ты понял, дует. А потом мамка такая приходит, а с груди у нее платком, ну, салфеткой стирает. Ну ты понял, короче, да. Ну нарисуй, ладно, давай, дальше. Тот только подумал, блядь, что он сказал? Ну ладно, нарисую. Я же художник гениальный. И все, вот он нарисовал. Мужик дует, дует. Это протирает, раковина есть, все отлично. Тот приходит, наверное, думает... Охренеть, это даже лучше. Ха, я, конечно, не это имел в виду. Ну ладно, заебись. А чуваку просто порнуха приснилась ночью. Вот такая история.